Настоящий Новый год с Дедом Морозом и Снегурочкой. Во Дворце культуры «Нефтяник» собрались юные спортсмены с ограниченными возможностями здоровья. Они занимаются плаванием, паратриатлоном, бадминтоном и участвуют в соревнованиях. По словам тренера Григория Зюсько, общей победой стало второе место во всероссийской летней спартакиаде. На празднике спортсменам вручили благодарственные письма и подарки.